Я сейчас покажу вам эту квартиру, которая сдается. Вы посмотрите, что здесь есть, сравните с тем, что вы снимаете, сравните с ценой, особенно если вы живете в Варшаве и других дорогих и больших городах. Вот. Но, а если вы еще ничего не сняли, то я искренне желал бы, чтобы вы жили именно в этой квартире, потому что смотрите, что вы здесь получите. Квартира действительно заслуживает отдельного внимания. Вот входная дверь. Это полностью новая квартира. Здесь еще никто не жил. Здесь у нас ванная комната. Прямо у нас спальня. Тут вот, как всегда, я. Добро пожаловать. Но и здесь у нас гостиная с кухней, где здесь все полностью, все под ключик, совершенно новое. 55 дюймов телевизор. Балкон, на который мы сейчас пойдем чуть позже. Новая мебель, на которой еще никто не сидел, вы будете первыми. Значит, вот такая вот столешница, дерево настоящее, полностью оборудованная кухня. Конечно же, есть вот у нас здесь посудомоечная машина, посуда, все здесь у нас есть. Я вот заглянул, у нас даже посуда еще не распечатана. Посмотрите, набор кастрюль и все остальное у нас все новенькое. Вот тут у нас духовка. Сам себя поймал на мысли, что не могу найти кнопку открытия, где открывается микроволновая печь. Оказывается, что открывается она вот такой вот сенсорной кнопкой. Вот посмотрите, думаю, вот я село, да, не видел таких новых. Вот, так что все очень классно. Смотрите, как у нас выглядит спальня. Спальня здесь уютненькая, фонарики, лампочки. Здесь прекрасно расположится пара, да. С этой стороны у нас огромный шкаф, вот, где вот вы можете расположить все свои вещи, зеркало. Из этой комнаты мы выходим, смотрите, на большой балкон. Балкон действительно большой, и он соединен у нас с нашей комнатой. На балконе у нас уже стоит столик и кресло. Вид я вам сейчас не покажу, потому что сейчас вечер, но окна выходят у нас во двор. Здесь у нас совершенно новый район. Вот новенькая детская площадка, все красиво. Ну а если мы говорим о квартирах, то новые дома еще даже не все заселены, потому что это новый жилой массив, а там вот дальше краны светятся, все еще строится. Значит, здесь мы не войдем, возвращаемся назад. Вот, и покажу для вас еще нашу ванную. Ну, ванную комнату имеется в виду. Здесь у нас душевая кабина. С этой стороны у нас стиралка, отопление городское. Тут вот, смотрите, все красиво. Тут вот золото у нас. Все симпатично. Я не золото, конечно, но не критикуйте сильно. Вот. Но и на чем закончить вам это видео? Не знаю, может быть, холодильник вам показать. Вот. Что тут у нас в холодильнике? Все новенькое, все чисто, все красиво. Стоимость этой квартиры вы видите на ваших экранах. Если бы вам хотелось здесь жить, квартира только появилась, пишите мне на Viber, Telegram или WhatsApp. Конечно же, звоните, покажу вам эту квартиру. Здесь может жить семья, здесь может жить работающая пара. Жду вас, приезжайте, посмотрите вживую, как это выглядит. И я уверен, вы останетесь довольны, потому что соотношение стоимости к тому качеству, которое вы здесь получите, невероятное. Ну а кто дослушал до этого места, до конца, это значит, что вы заинтересованы. Для вас напоследок скажу бонус, что к этой квартире в эту цену еще идет и парка места. Так что если у вас есть автомобиль, вам не придется каждый раз искать для него место. Всегда будете знать, куда его поставить. Понравилось? Жду ваших телефонов.